Последние дни уходящего года – отличный повод вспомнить и о культурных событиях, которыми запомнился 2017 год. Ненецкому округу в этом смысле есть чем гордиться. За 12 месяцев только в заполярной столице было проведено более 1000 мероприятий, а в регионе реализовано сразу несколько крупных проектов. О том, как отмечали праздники и завоевывали высокие награды, расскажет Любовь Пермякова. Уходящий 2017 год пополнил копилку культурных мероприятий Ненецкого округа яркими событиями. Впервые в окружной столице прошел фестиваль уличных театров «Арктическая скрепка». Она объединила более 2000 гостей. А еще в регионе появился новый туристический маршрут древними дорогами Пустозерье. Кстати, по нему ходили еще наши предки более 400 лет назад. Но обо всем поподробнее прямо сейчас. В сентябрьские дни окружная столица превратилась в театр под открытым небом, где сценой и декорациями стали улицы и площади, а жители окружной столицы одновременно участниками и зрителями спектаклей. Фестиваль уличных театров «Арктическая скрепка» прошел не просто успешно, а мега успешно. Концентрация улыбок на один квадратный метр зашкаливала. Выступления артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и Ярославля стали настоящим праздником для детей и взрослых. На протяжении трех дней они знакомились с искусствами разных жанров – акробатика, пантомима, езда на уницикле и карнавальные танцы. Посмотреть на искусство уличных артистов приехали зрители со всего округа. Ведь такого масштабного зрелища в регионе еще не видели. Впрочем, в этом году покорили сердца наших земляков не только приезжие артисты, но и местные звезды. Старинное село Тельвиска свой очередной день рождения встретило в кругу многочисленных поклонников. Артисты социально-культурного центра «Престиж» приготовили для гостей не только яркую программу, но и горячий прием. Село Тельвиска славится своим гостеприимством. Вот и сегодня гостей праздника встречали горячим чаем. А чаю было на выбор. Из мяты, иван-чая, с черной смородины и других ингредиентов. Кстати, за понравившийся чай можно было проголосовать. Впоследствии он станет визитной карточкой села Тельвиска. Уже стал чаем из местных трав Валентины Шевелевой, почуют гостей на многочисленных праздниках. Кстати, у Тельвиски будет не только фирменный напиток, но и блюдо по старинному рецепту. Им планируют угощать туристов со всего мира. Ведь именно через старинное село будет проходить туристический маршрут древними дорогами Пустозерья протяженностью более 20 километров. По дороге, которой ходили наши предки в первый русский заполярный город, уже прошлись десятки неравнодушных к истории жителей. Средства на реализацию этого проекта были выиграны в прошлом году. Тогда в конкурсе благотворительного фонда «Потанина» проект стал лучшим среди 165 и попал в число 8 победителей, получив 600 тысяч рублей. Над его созданием сотрудники музея-заповедника трудились целый год. В итоге в деревне Устье, селе Тельвиска, на Машанских болотах и других исторических точках, ведущих к Пустозерску, установили 12 информационных стендов на русском и английском языке. В этом году уже творческая звезда под названием «Аргиш Надежды» привела представителей хантов, манси, селькупов, саам, чукчи, якутов, эвенков на фестивальный небосклон Дворца культуры «Арктика» в городе Наринмаре. Фестиваль проходил в течение двух дней и включал в себя мастер-классы, квесты, презентации, выставки и дефиле головных уборов. Шапки шиты из меха лисы, куницы и песца. Многочисленные гости фестиваля «Аргиш Надежды» смогли не только увидеть многообразие севера через традиционную одежду, песни и танцы, но даже ощутить его аромат. В Наринмаре в рамках межрегионального праздника работала парфюмерная лаборатория «Духи Арктики», где жители региона сочиняли свою ароматную историю.
Она, по-моему, капала, а потом снова куда-то пропала. Руководитель парфюмерной лаборатории Наталья Светлая, один из профессиональных парфюмеров в России, создала для нашего округа эксклюзивные духи. И теперь Арктику можно будет не только посмотреть, но еще и ощутить. Этот аромат я создавала, еще не побывав здесь, поэтому я создавала Арктику, как я ее представляю. То есть для меня Арктика – это аромат древесный, холодный. Здесь есть много мхов, дубовый мох, древесный мох, древесные ноты, там пихта, можжевельники и кедры. Но здесь есть еще, чтобы этот аромат был такой для мужчин и для женщин, здесь есть и цветочные ноты, ну и он очень холодный, влажный. То есть много акватических, много древесных и много таких мшистых нот. Как признается парфюмер, чтобы создать именные духи для Ненецкого округа, ей пришлось сделать невозможное – почувствовать запах Арктики за тысячи километров. Кроме эксклюзивного подарка, в этом году округ получил многочисленные дипломы и награды на творческих и музыкальных конкурсах российского и международного уровня. 2017 год петуха оставил красивый след в культурной жизни региона. Нам он запомнится яркими карнавальными перьями и звонким пением местных коллективов. Надеемся, что и желтая собака станет не менее позитивным и дружелюбным покровителем искусств в регионе. Поэтому ждем новых искрометных событий и верных друзей. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север».